Вымыть входные группы, лифтовые кабины, протереть перила, ручки и почтовые ящики с гелевой хлоркой. И все это несколько раз в день. Министерство ЖКХ совместно с Госжилинспекцией разработало целый комплекс профилактических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. В 36-м доме на улице Северной в Одинцове работа кипит, как и по всему Подмосковью. Уборщицам помогают даже консьержи. Заканчивается рабочий день у уборщицы. Иногда и вызываем их вечером. Бывает, выходные вызываем уборщиц. Вот. А так остальное мы дотираем все до конца, до рабочего. По рекомендации Роспотребнадзора дезинфекция проводится средствами, содержащими хлор или спирт. Дезинфицирующих средств запасы во всех управляющих компаниях есть. Сейчас у нас в наших муниципальных компаниях запасы на месяц при ежедневной обработке того объема, который есть. Сформирована дополнительная закупка. Если будет необходимо, то мы будем готовы помогать этими дезинфицирующими средствами, средствами защиты, такими как маски и перчатки, другим управляющим компаниям, если у них будет испытывать, они будут дефицит. Вот, соответственно, жители, просьба также соблюдать меры предосторожности, традиционно мыть руки и использовать дезинфицирующие растворы. Также жителям рекомендовано без особой необходимости не посещать общественные места, а воспользоваться онлайн-сервисами по уплате за ЖКХ на сайтах МОСОБЛЕИРЦ или МОСЭНЕРГОСБЫТ. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».